посту. Свободна и порода, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна. Мы помним со времен Бородино. Священные слова, Москва за нами. Мы помним со времен Бородино. Вручили нам отцы всесильное оружие. Мы родине своей присягу принесли. И в жизни нам дана единственная служба — от смерти заслонить грядущие земли. Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Не надо нас пугать, покорится смесиво. Не стоит нам грозить, не вновь с огнем играть. Ведь если враг не ждет, проявит нашу силу. Все получилось. Все получилось, и выстрел танка, видели, в воздухе получился. Балет танковый, в принципе, все получилось. И вот вчера все связали в одно, сегодня получилось. Я думаю, у вас должна быть такая обоснованная внутренняя уверенность, что при необходимости мы очень быстро окажемся в любом месте. Здесь, либо еще где-то. Ну, что бы вы хотели сказать жителям Кингисеппского района? Я хочу, прежде всего, поздравить со столетием, со дня образования рабочей крестьянской Красной Армии. И хочу, чтобы у каждого жителя Кингисеппского района была твердо уверена, что мы всегда будем с вами. Мы будем в Кингисеппе с акциями своими, информационно-пропагандистскими. Будем прославлять вооруженные силы, будем приглашать в ряды вооруженных сил ребят. Вот. И такие акции будут и в этом году. Как мы приезжали раньше, работали у вас на стадионе. Вот. Командование 6-й армии к Кингисеппу всеми жабрами открыто. Не зря на нас надеются.